Мувер – это первый межсетевой мост и протокол обмена сообщениями, который станет связующим звеном между созданным разработчиками Facebook блокчейном Aptos и другими цепочками. В первую очередь, сетями, построенными на базе Ethereum, такими как Aurora, Avalanche, Moonbeam и другие. Мувер – это децентрализованная сеть, которая не требует разрешения и доверия, сеть узлов. Она способна блокировать активы в одной цепочке и обменивать их на активы в другой, а также создавать их привязанные друг к другу представления. Главная особенность Мувер – это гибридная архитектура. С одной стороны, используется легкая проверка, с другой стороны, применяется технология безопасной многосторонней мультипороговой подписи. Таким образом, все поддерживаемые цепочки максимально защищены, но ничто не мешает быстрой интеграции новых. В будущем это сделает масштабирование более удобным и простым. Создатели Мувер планируют использовать для передачи данных между цепочками легкий клиент, если речь идет о цепочках, поддерживающих EVM. Для прочих цепочек будет применяться более сложный алгоритм, который с целью достижения порогового консенсуса выполняется через безопасное многостороннее вычисление. Если никаких нарушений не будет выявлено, узлы смогут коллективно подписывать транзакцию после проверки. Управлять узлами будут различные организации, включая разработчиков Aptos и другие заинтересованные стороны экосистемы. Разработчики первого моста между EVM и Aptos стремятся сделать его мост как можно более безопасным, поэтому уже на ранних этапах разработки планируют внедрить полностью автоматизированную службу мониторинга и сверки. Она сможет предотвратить выполнение транзакций или даже заблокировать некоторые конечные точки моста, если будет выявлена подозрительная активность. Пока неизвестно, каким будет принцип действия этой системы, но команда проекта обещает в скором времени поделиться актуальной информацией. В данный момент разработчики готовятся к альфа-тестированию проекта. В их социальных сетях уже был опубликован пост для желающих присоединиться к первичным испытаниям. Самая преданная и активная часть сообщества сможет принять участие в этом тестировании и в числе первых увидеть, как работает Мувер. На раннем этапе главной задачей пользователей станет поиск несовершенств и уязвимостей. Они направят собранную информацию разработчикам, чтобы на выходе получился действительно качественный и проработанный проект. Распределение ролей и наград XP для желающих присоединиться к программе тестирования будет зависеть от количества других пользователей, с которыми они поделятся своей уникальной реферальной ссылкой. Чем большему количеству друзей и знакомых участник тестирования расскажет о проекте, тем больше у него шансов получить награду и оказаться в числе первых пользователей, допущенных к ознакомлению с альфа-версией. Такой подход не только поможет разработчикам допустить к тестированию только самых заинтересованных пользователей, но и существенно расширит имеющуюся у проекта аудиторию. Если тебе понравился данный выпуск, то подпишись на канал и прожми все уведомления.